Продолжаем выпуск. Партия «Манат» обозначили цели и задачи перед предстоящими выборами. Совещание по подготовке к электоральной кампании провел председатель политобъединения Ерлан Кошанов. По его словам, за 2 года из предвыборной программы полностью выполнена треть поставленных задач. Природным газом обеспечены 140 населенных пунктов. Отремонтировано больше 8000 километров местных дорог. Также реализовали 200 проектов в сфере водоснабжения и построили более 500 школ. Кроме того, юристы партии помогли вернуть в собственность государства больше 3 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Партия сейчас активно готовится к съезду. Он пройдет уже на следующей неделе в Астане. К этим выборам «Аманат» подходит максимально подготовленный. У нас большой опыт, достаточно организационных и кадровых ресурсов. У партии есть свой электорат. Теперь необходимо все это грамотно использовать, мобилизовав общество вокруг созидательной повестки по развитию страны. Партия должна и дальше быть главной движущей силой проводимых государственных реформ.